вспоминая страшные дни сентябрьские 2004 года, мы на этом месте, которое обильно обогрено кровью невинных жертв, невинно убиенных и безвременно скончавшихся здесь детей и взрослых, совершаем на этом месте бескровную жертву. И, наверное, в этом есть глубокий смысл. Сам Господь избирает особенные места для своего присутствия. И мы сейчас стоим на таком страшном и святом месте, где множество людей, только начинающих свою жизнь, только вступающих в нее, имевших надежды, мысли о будущем. Все они сейчас у Бога. Все они сейчас, как говорит Священное Писание, на лоне Авраама. Все они сейчас среди сонмов мучеников. И место это освященное пролитием их крови. Мы молимся о том, чтобы больше таких мест на земле не было никогда. Здесь были очень тяжелые дни. То, что много погибло, много было сделано, чтобы этого не было всего. И я скажу одно, чтобы этого больше не было никогда, нигде. Я проникся этому очень плохому событию. Я хочу, чтобы так больше не было. С 1 по 3 сентября мы бываем здесь. Мы приходим почтить память всех погибших деток, их родителей, родственников. Хочу сказать, что мы не имеем права забывать эту трагедию. Не имеем никакого морального права на это. Мы должны передавать это из уст в уста своим детям, своим внукам, чтобы они помнили, чтобы они знали, что такое было. Молимся о всех усопших душах. Пускай такого никогда больше не повторится.